Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Snap от Marvel. Так, хотел сразу, ребята, оговориться. Если кто не понял, что произошло именно в ПВЗГ, растение против зомби-героя, получилось так, что я, когда увидел, что у меня микрофон отключен, подключил микрофон, и получилось так, что микрофон упал, именно звуковая дорожка упала на почти на ноль. А звук рабочего стола, наоборот, на 50%. И получилось так, что музыка приглушила вообще мой голос. Ну, короче, я надеюсь, оправдался перед вами. Ну, получилось так. Я не хотел этого. Так, друзья мои, поиск противника. Я даже не посмотрел, какую колоду-то взял. Поиск противника сразу нажал. Ладно, фиг с ним, так даже интереснее. Ну, колоды, сам знаешь, у меня 3 стандартные колоды. Ага, это у нас на сбросах. Я когда-нибудь доиграюсь и попаду в какую-нибудь такую передрягу, где эта колода... Так. Опа! Ты прикинь? Друзья мои, вы знаете, что он сейчас сделал? Он сделал такую пакость, что я не смогу... Да я дофига что не смогу теперь сделать. Так, плюс 2 к силе, когда она перемещает сюда. Плюс 1 к энергии на этом ходу. Блин, это, конечно, хорошо, что на этом ходу. Давай сделаем вот так вот. Две карты. Опа-на. Ну, это, ребята, это старая дешевая карта, ну, колода. Я думаю, наверное, многие в курсе этой карты. Так, если я поставлю этого... Подожди, а я туда не могу ее поставить? Давай сюда, скинем ее. Так, дедлок. О, Хелушка, роднулька ты моя. Спасибо, что явилась. Как раз вовремя. Так, ну что, ребята, блокируем тогда ему... Все карты. А у нас Хэлла. А у нас, ребята, сейчас будет Хэлла. Поехали. Ну и чё? Все, обосрался. Хмырь болотный. Генезис. Членезис. Так. Зола готов прокачаться. Лучший из целестиалов. Как-нибудь потом. О, вот эта музыка. Вот это, вот это ритм. Мне почему-то эта музыка напоминает, знаешь, больше Ваканду. Вот чуть-чуть, а музыку и все остальное они делать умеют, ребят. Получить Стегрон. Так, при раскрытии перемещает вражескую карту отсюда в другую локацию. Нормальный чувак, берем. Ну что, поехали далее. Поехали, друзья мои, еще на партию. Чи! Апчи! Здоров. Слушай, ну, начало вроде неплохое. Нет, хреновое, ребят, начало. Я могу только в данный момент закончить ход. Вот здесь, кстати, сейчас сделали, ребята, в игре, что мы заканчиваем ход не сразу. Помнишь, как раньше было по ошибке? Сейчас мы нажимаем, нам дается сколько-то секунд для подтверждения. Так, санспот. Что нам делать-то лучше? Наверное, я скину. Он же любую карту скинет, да? Здесь нельзя разыгрывать карты, которые стоят один. Нельзя разыгрывать карты на шестом ходу. Ну почему лича ты скинул? Твою ж налево лича скинул, ребят. Ну почему лича?
После каждого хода карта здесь получает плюс один к силе. Надо было сюда втыкать. Джубили вызывает. Ну ты прям молодец. Ты прям, блин, чепушил еще тот. Давай заблокируем ему карты. Потому что мы сейчас вызываем с тобой погибшего. А погиб у нас кто? Правильно. А он вызывает Вижна. А мы с тобой хоп, вот так вот. Опа, лечом. И карты ему. Жит. Так, а дальше делаем с тобой у нас... А у нас еще будет один ход, да? Мы с тобой сделаем вот так. Инфинат у нас, естественно, улетает. Ну и... Ну и что? Сюда, наверное, поставим, друзья мои. Инфинат куда полетит, как думаешь? Ну давай закончу ход уже. Куда инфинат полетит? Ну почему ты рядом-то встал? Ну инфинат, ну... А, мы выиграли, ребят. На одно очко. Я просто не думал, что инфинат сюда. Ко мне же, блин, присоединится. Я думал, он туда куда-нибудь там. В любую другую, но он именно ко мне решил. Встать. Привстать. Что там в магазине? Что там хотят? А, я же 50 кредитов-то не забрал бесплатных. Вот они, родненькие мои, 50 кредитов. Так. Еще партию и, наверное, потом сыграем за... Слушай, а что-то ведь можно придумать, да, с этим? Ставит карту и переносит ее в другое место. С тигротом, который мы получили вот только что. О, да, ребятушки. Это... Ну, 6, конечно, блин, ну... Опа. Не совсем удачно. Не совсем удачно. А вот это уже другое дело. Так, первый разыгрываем карты. Так, здесь получает плюс 3 к силе и перемещается. Сюда поставим. Так. Я тебя понял. Тут то первым положит сюда ровно две карты. Ага. Вытаскивает карту. Давай так сделаем. У меня все равно пока другого выбора нету. А он будет давить. Он будет давить, друзья мои. Оу, Корвус Глейв. А у меня нет такой карты. Ой-ой-ой-ой-ой. Что он делает, ребят? Еще плюс энергию ему дает одну. Ты прикинь? Я буду надеяться, что ему Хелла не достанется, ребят. Да мне нечего поставить твою налево, блин. При раскрытии уничтожает одну из ваших прочих карт здесь и копирует ее в других локациях. У него, короче, ребят, на сбросах все. Нормально? Если он сейчас Хеллу скинет, это будет крах. Ну закончить ход, говорю, твою налево, блин. Ты издеваешься, что ли, а? Когда эта карта сброшена, прыгает в ожил. Ну это пипец, ребят. Откуда у него такие карты? У меня таких карт вообще нету. Я даже без понятия, что такие карты есть. Ну и что поставить? При раскрытии удваивают силу этой карты.
Будет 8. Так, Морбиус. Че, ребята, у нас последний ход? Ну и кого? Нет, нет, нет. Все, фейл. Вот только лишь, ребята, из-за Морбиуса сфейлился. Если бы сейчас карта бы не улетела бы. Так, разница была бы сколько? А, я бы проиграл бы, ребят, по баллам бы все равно. Но здесь, извини, у него карты Корвус Глейв какие-то. Я таких и не видел. Но они все идеальнейшим образом работают на сбросы, ребят. Просто идеальнейшим образом. То есть Корвус Глейв, потом он там кого там? Ну, Гамбит? А Гамбит что? Он... Короче, нет у меня таких карт, которые были у него. Одним словом, так скажем. И у меня, как ты понимаешь, не было Шан-Чи, но он бы здесь не помог. Вот здесь бы Лич бы помог бы, но... Кстати, Лич стал 5. Ну и чё? Чё-то мне как-то не заходит карта. 6, 6, 6, 5, 6. Ну куда? Куда я с такими картами-то? Ребят, куда я с такими картами сейчас пойду, а? Куда я с такими картами сейчас пойду? Ёпрасоте, ну... Да вы издеваетесь. Ну это издевательство же, самое настоящее, ребят. Это надо так... Это надо так руке зайти. Я бы даже сказал, что... Да заверши ты ход-то, блин. Пец, ребят, какой-то. Все, игра что ли зависла, еще не пойму. Да, снэп можно завершать, а... Ну, подождем тогда так. Я офигею, блин. Обновилась игра, блин. Завершить ход нельзя. Снэп можно, а... Ну закончить ход, жму твою налево, блин. Я в шоке. Ну чё, ребята, бросаем тогда эту карту. Ну я нажал же закончить ход, ну. Ребят, короче, я проиграл эту катку в любом случае. Почему? Потому что, сам, смотри, что я здесь... Я могу только вот этого применить сюда, и все. Вот таким вот образом, блин. Ну, закончи ты ход-то, но... Ох, наклепал там, ох, наклепал, ага. Ребят, вот это было круто. Просто Армензола затащил катку, ребят. Просто затащил катку. Ты сам видел. Ой, у меня рука была наипаршивейшая, ребят. Это я еще мягко говорю. Это я еще мягко говорю, наипаршивейшая. Это пипец какой-то был. И тем не менее мы выиграли. Это удачно. Это удачно, ребят, просто.
Так, что мы можем с тобой поднять? Что мы можем с тобой поднять? Так, сколько у меня? 550. Хазмат. Ай, первого уровня, не хочу даже заморачиваться с ним. Так. А что тут у нас еще может быть? Палач нет. С какой? О! Вот! Вот это я понимаю, да. Две карты, конечно, бесконечности, но тем не менее. А ну-ка. Чу-чу. И все, что ли? На аэро. А здесь? Новый аватар. Эльза Блудстоун. 50 кредитов сверху. Итого у меня еще сотка. Итого у меня еще сотка. Я могу... Ты, кстати, видел мультик с этой с девочкой Луной? Сериал. А, какое колонное... Твою налево. Какую он сделал колоду, блин? Вот это вот? Удалить ее. Удалить ее. Немедленно. Колода с девочкой Луной. Спасибо большое. А кстати. Ребята, надо будет как-нибудь попробовать нам эти. Вот эти вот сыграть на колоды, которые создает нам автобот. Ну а почему бы и нет? Блин, ну как мне понравилась вторая колода у чувака, которую с этой. А скажи, я скажу. Как он на сбросах-то меня, а? Шук-шук. Тяп-ляп и готово. Все, я просто в кустах лежу и отдыхаю, ё-моё. Даже пикнуть не успел. Нормально. На сбросе как-то он меня прокатил. Ну и что это? А-а-а. Только давай тогда вот тут нормальную карту, пожалуйста. Не Хеллу. И, блин, Лича тоже не хочу я тратить. Санспот. Давай нормальную карту, серьезно тебе говорю. Вот. Тот, кто имеет здесь больше карт. Сток сили. Ну, давай сюда поставим карту. Шелк. А шелк у нас что, если будет здесь переместиться на другую локацию? 2-5. Ну давай. Оп, сюда такой. Скаканул. Че, испортим ему здесь, ребят? Давайте, фиг с ним. Мастер негатив. Здесь нельзя разыгрывать карты на шестом ходу, да? Давай я так сделаю. Так, Джубили. Друзья, у меня нету. Как у него здесь сейчас? Ну и куда-то прыгнула дурочка. А Полит Снэп, говоришь? А если я сделаю... Блин, подожди. 6-12. Ну, давай вот так вот. Но он может выиграть здесь. I am Iron Man. We
Выиграли, друзья. Обделался. Хмырь болотный. Вот так вот. Трухлезадый. Навалил штанишки и побежал дальше. А так будет с каждым. Такой веселый, да, когда выигрываешь. Как проигрываешь. Грусть печали одолевает. Ё-моё, я не могу, ребята, позволить себе этого чувачка уничтожить. Потому что смысл у него. Так. На уничтожениях, да? Блин, и эту не могу уничтожить. Почему игра так несправедлива ко мне, а? Порой. Я не понимаю вот этого. Броня. Почему? Ну давай я так сделаю. Я скину Магнетто через призрачного гонщика. Если что, мы с тобой ее восстановим. Он мне гоблин сюда закидывает, да? А знаешь, что мы можем сделать с тобой? Мы можем этого гоблина сейчас уничтожить. Ну не сейчас, а позже. И эти гоблины полетят к нему. И тогда посмотрим, кто будет веселиться. После пятого года случайным образом перемещается в другую локацию. Давай, я ему испорчу здесь все. А гоблина, да, гоблина я ему закину, ребят. Слушай, мне не нравится то, что он что-то мутит там. Подожди. Он что-то мутит, ребят. Он что-то мутит. Ну что, бомбим? А прикинь, фокус не сработает. Ага. И это все? А мы скинули только одну карту с тобой, да? На сброс. Вот это вот, Магнетто, да? Больше ничего нету. Окей. Да ты обосрался, что ты там глистов-то разводишь, блин? И гуляй, чертовой бабушки. Я так и думал, ребята, что что-то будет. Либо это, ну, разрушитель, видишь. Обделался чувак еще раз очередной. А мы с тобой потихонечку набираем награды. Музыка. Музыка прикольная. Разыграть карту стоимостью 2, разыграть. Так, давай поменяем с тобой колоду. Вот вспомни бы еще, какая у меня колода-то. Так, мы играли. Что за 15-е у нас? Бред какой-то. 15-я колода — это какой-то бред. Девятка что? Ну давай попробуем за девятую, ребят, сыграть. Колода номер 9. Играть.
Outsmart Tiger. Я так и не понял, ребята, как у меня... Как Эбони Мо, только морщинистый. У каждого игрока здесь может быть только одна карта. Понятно. Так, ночной змей. Интересно. Если вы разыграете здесь карту, добавляет ее копию в руку противника. Даже не думаю об этом. Так, это кто такой? Мартир. Дай почитать-то хоть. После финального хода перемещается на локацию, которая приводит к вашему проигрышу в матче, если это возможно. К... Приводит к проигрышу? Ты серьезно? Как так-то? К проигрышу? Ну давай. Мне просто интересно посмотреть на это, ребят. Прыгает Спайдермен тут. Нормально, ребятушки, ему выпало. А мне какой-то Блэд Кнайт выпал, блин, дебильный. После того, как вы сбрасываете карты, добавляет ваш рыбанит. Да иди ты в пень со своим эбонитовым, блин, клинком. Эбонитовый клинок, блин. Да. Чё-то фуфляндия, ребят, как это получается. Еще не легче. Но я могу только вот так вот сделать, блин, в конце-то концов. Где Шан-Чи? Где все, блин? Так, последний ход. Ну, у меня нету, друзья, никакого выбора. Вот только так делать. Этот хламон Вонг, блин, даже не соизволил, ребята, появиться. Придурочный какой-то. Куда? Давай сюда прыгай. Давай вот сюда прыгай. Да куда ты прыгнул-то? Все, проиграл, ребят. Тварь, с этим гоблином, хоб-гоблином со своим, блин. Я бы его мог откинуть, ребят, обратно, если бы я сюда мог карту поставить, а не мог уже. Понимаешь? Эта колода какая-то фуфлянская, если честно, ребят. Уже она, вот на сбросах это топ. Это как повезет. Что это, на? Выигрываешь из игры, ага, понятно. Начинается единичек, да? Давай тоже так сделаем. Слушай, он заколебал, а? Что, подосрём ему? Ну, закончить ход. Давай еще, нет, не единичка, к сожалению. Вот. Вот оно.
Так, Америка Чавес. Электро. Прекрасно. Закончить, закончить ход. Так, Энджела и Санспот. Ну, и? Теперь он выигрывает, да? И Один? А-а-а, говна кусок. Он уже понял, ребят. Он уже понял, что хана мандриги пришла. Ладно. Испугался за свои беденькие эти, за очки, за балики за свои. Труханул с легонцушки, побежал сразу же в кустики. Ладно, черт с тобой. Не очень хорошо. Ой, ёпа макавка. А вот тут уже попадос, друзья. Че я не вижу? Первая сыгранная вами карта уничтожается. Че я не вижу, что мне тут светит? Копирует последнюю вытащенную вами карту вместо этого. Чего? А что делает Invisible? Постоянно. Карта, которую вы разыграете здесь, не будет раскрыта до конца матча. Вот оно что. Я не могу ничего сделать, ребят, здесь пока. Карты здесь. Никакой тебе одной силы не будет. Ну да, да, друзья. Если это то, о чем я думаю. Если это то, о чем я думаю, это будет труба. Если у него будет Хела. Ты понимаешь, да, к чему это... К чему это ведет все? Ну, допустим. Что делаем, друзья мои? Дума? Я говорю, если сейчас хило будет, будет фигово. Это мне поможет все. Ну закончи ты ход-то в конце-то концов, ну. Только не хило, пожалуйста. Все, по ходу дела, парень, приплыл. Тут, ребятушки, должна помимо Хеллы быть призрачный гонщик еще, по уму. Если у тебя есть призрачный гонщик, это хоть какая-то перестраховка. Если вдруг выкидывают Хеллу, ну, чисто случайно, да, ты ее сбросил, и у тебя вдруг сразу же есть призрачный гонщик, ты его сразу выставляешь, чтобы вернуть Хеллу и вернуть все эти карты, которые были уничтожены, например, до этого. Но вопрос в том, что вернет ли он тебе Хеллу сразу же. Он может вернуть другую любую карту, кроме Хеллы. Понимаешь? Ну, по крайней мере, ты ее вернешь на стол. 6, как говорится, очков на помойке не валяются. Сам понимаешь. Так что тут как бы бабуля надвое сказала. Вот это что за рука, ребят? Это рука отстой. Вот эта вот рука в данный момент, это полнейший отстой. На данный момент, я имею в виду на начало игры. Не то, что вообще полностью, а на начало игры. Да закончишь ход-то, ну... Что у них за мод взяла с этой American Chivis? Я не понимаю. Так, после пятого хода все карты случайным образом перемещаются на другую локацию.
Это я уже так, наобум кинул, ребят. Ну и чё, вот Айрон Харт, она при раскрытии дает другим плюс 2 к силе. Ну не буду же ее сейчас выставлять, чтобы, блин, ну... Понимаешь, чтобы она всего лишь одну карту, блин, улучшила мне. Да закончи ты ход-то твою налево. Добавлять судьбу... Ну я... Стоит на один меньше за каждую из ваших карт в игре, которые не стартовали в вашей колоде. 5-9! А у него джубили. Тварь. Дума вырвал, ребят. Ах, он вырвал дума. Нафиг его... Ну ладно. Ну закончи ты ход-то в конце концов. Ну, сколько нужно тыкать-то, чтобы ты закончил ход-то? Ну, Шан-Чи придется, наверное, ставить, ребят. А это... Что еще? Вот только потом я думаю, Дума мне ставить все-таки, или... Он заблокировал, ребят. Ой-о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 й. А я все. А я все, ребятушки. А я ничего сделать не смогу. Прикинь? Это крах. Я выиграл. По баллам, ребят, я выиграл. Да? Не... Да, выиграл. У него 4 очка в плюс идет, а у меня 5. Yes! Come on, everybody! Let's go! Совсем же кукуха поехала. Так. Ну давай еще одну партийку за 16-ю колоду. И будем на сегодня закругляться, друзья мои. Потому что надо спать, ложиться уже. Время 11 часов дня, я еще... Не спал с 8 вечера. Сам понимаешь. Ночной житель. Ну что это? Ну что это такое? Ну что это такое? Ну что это? Я спрашиваю тебя такое. Ну что выпало? Ну, ребят, ну... Что же за непруха такая, а? Вообще не могу ничего сделать. Ой, простите. Ну ты издеваешься сейчас ведь, да? Ведь ты сейчас издеваешься просто надо мной. Давай я так, я рискну, ребят. О, новая анимация у этого. И именно призрачного гонщика ты мне уничтожил. Ой, ребята, ой, рискую я. Берете... Угу. Да, Инфинат этот уничтожил. Ты красавчик, я все, я не спорю. Че, ребят, блокируем? Я, наверное, блокирую все-таки. Веном. Но он всю силу в себе вбирает. Это я помню. А вот, ребятушки, и Хелла. Погнали.
Ну, завершить ход, говорю, ёпрсты. Дэдпул, Карнейдж. А, у него смерть, друзья мои. Нет! Нет! 8 очков в минус. Фуфлыжник. Ну почему, блин? С какого... Скажи мне, с какого перепуга я разве уничтожал этого? Я разве уничтожал, друзья мои, призрачного гонщика? Что, он возродился? Ведь не уничтожал же я его. Как он... Как так получилось-то, не пойму я. Третий ход надо ждать. Нифига себе. Санскотч, ребята, это вот, кстати, новый персонаж, который был у нас в этом. А что он делает? Будет стоить на один меньше за каждую карту, которую вы разыграли на прошлом ходу. На прошлом ходу, ну... Америка Чаус, да они заколебались своей Американ Чаус вот этой вот дурой, недобитой. Здоровски. Замечательно просто. Обалденно, блин. Давай. Чё, у меня не так уж и много выбора, друзья мои. Леди Сив. То же самое. Оп. Все, четвертого хода у меня нет, друзья. Смех. Слушай, а если вот этого расклепать, я думаю, было бы неплохо. В плане. А чё это? А чё это, ребята, он взял и вернулся в свое исходное состояние? Мне надо было его сразу, что ли, выкидывать? Дракул, он же будет сейчас, ребят, при сбрасывании карт насасывать. Последний ход, ребятушки, я могу только вот так себе позволить. Или все-таки эту ставить? Там у нас смерть, да, и это. А тут получится по десятке на каждом. Эть, не вздумай. Я рискну, друзья. Я не уверен, конечно, что это правильный ход с моей стороны. Да. Я теперь, знаешь, что понял, ребят? Что вот этого не стоит ставить. Надо было мне все-таки ставить Хэллу. Если бы я поставил Хэллу, я бы выиграл бы. Так, последняя игра на сегодня. Последний бой, и все, ребят, хорош. Я повелся. Я просто тупо повелся на этого. Я же забыл, что он именно уничтожает карту и распространяет. Я думал, что он ее оставляет, он копирует, но нет. Ни хрена он не копирует. Да ты издеваешься. Ты опять меня начинаешь... Тихо, не надо. Ты опять начинаешь мне фуфло всякое всучивать, а? Мастер меча, блин, улетел в никуда. А он мне нужен был для сброса.
Да. Ну что ж, друзья мои, ну обделался. Что она делает? Что они ее все время берут? Я не могу понять. При раскрытии дает в верхней карте... А, плюс 2 к силе. Нормально у нас по карте улетело. У меня... Хорошо это было не Хэлла, да, ребят? А то бы сейчас бы, блин, весело было бы. У него вижен был. Улетел. Опа! Ты глянь. Ну-ка, иди сюда. А у меня нет ухода. Вот так вот. Ну все, ты наигрался, блин. Doom Hero. Ну что там вытянешь? Понятно. Меня сейчас интересует, куда у меня Хэлла все расставит. Это все? Это все, что у меня было, блин, сброшено? Да, отстоя такого давно не было. Все, ребятушки, на сегодня закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.